вот мы и нашли виновника этого торжества, значит. Что ты здесь делаешь? Ой, что это? Я в первую очередь, да, кайфую от всего происходящего, от людей, которые собираются рядом. Это реально была такая мечта. На протяжении уже нескольких месяцев хотелось реально собраться людьми, которым, знаешь, и с которыми интересно находиться, очень которые реально все на позитивчике, в этом замечательном месте, которое безумно любим. Поэтому самое главное — провести отличное время и держать этот темп, не останавливаясь. Ага, не останавливаясь. Конечно. То есть этот вечер сегодня не закончится. Безусловно. Должно иметь какое-то продолжение. Угу. Поэтому будем на это надеяться и к этому двигаться. Будем иметь продолжение, да. Хорошо. А какие планы у вас дальнейшие на вот дальше на ваши мероприятия, ивенты? То есть и какая самая основная цель? Что вы хотите, чему вы хотите научить, дать людям? Ну, в первую очередь, конечно, бы хотелось, чтобы мы как-то были объединены, да, каким-то единым интересным видением, может быть, опять же, находясь здесь. Поэтому я думаю, что более детально мы уже все равно об этом поговорим на мероприятии. Не буду раскрывать все, как бы, карты. У нас все спонтанно. Мы на лайте, мы на вилле, мы отдыхаем, общаемся. Это самое главное. А что будет дальше уже, ну... Прекрасно. Ребят, вы фактически первые, кто наконец-то вот крипто-тусовку на Пхукете вот так и берет и объединяет. А что делать? Берет и делает. Мы уже приехали. Они говорят, да. Мы здесь остаемся, я надеюсь, надолго, и поэтому надо, хочется как-то жить, радоваться. Класс. Делать вокруг себя климат лучше. Спасибо. Спасибо.